Счастливая звезда нам улыбается, друзья. Ну что же, она должна же была нам когда-то улыбнуться. Я вас приветствую. Так, здесь вроде бы у нас, да, все как бы так нормально идет. Все хорошо, этой армии только не хватает арты. Арта, если что, будет здесь. Если что, мы организуем. Пройдет он огнем вот здесь и здесь наймет. Будет бонус. Хотя, блин, здесь она ему не раз бы понадобилась бы. Это арта самая. Ладно. Переживем неприятность эту мы. А ты, кстати, поднял уровень? Да, он поднял уже уровень поселения после моего налета. Так, доступен ритуал. Это я все помню, это я все знаю. Ну, у меня другого выбора сейчас нету. Все, конец хода. Квик, мне кажется, уже отступил отсюда. Мне кажется, он сбежал домой, побежал плакаться там. Потому что у него вон проблемы, у него поселение ритуальное. Захватили бомжи. Просто не хаос разрушил, не вторжение, а бомжи захватили. Помните, в прошлой серии тут сказали новая фракция? Бомжи захватили эту фракцию. И он хочет по всей видимости... Блин, мерзавец, ты у меня забрал территории. Ты думаешь, я это прощу тебе? Да я твою голову насажу на пику. Будешь у меня прыгать там. Клан... О, клан Пестилинс тут готовится встречать нас. Постреляем сейчас. Эй, зачем разрушать, а? Провинция целиком твоя, взял, разрушил. Эх, не понять мне тебя, не понять. Ну ладно, когда рушат мои враги, чтобы мне нагадить. А тут, ну вообще не понимаю. Да, можно было бы нанять полководца, который бы не увеличил бы стоимость содержания остальных армий. Я бы тут бы нанял бы, и он пошел бы собирать всякую тут бонусню. Так. Повреждение стен. Ты что, штурмовать вздумал? Хотя он на армию тут, да, смотрите, он стянул сюда войска. Подумывает, по всей видимости, пойти на штурм. Так, ну, к сожалению, блин, единственный недостаток у этого поселения нет. Да, лучников с щитами латернских. Ну, давайте, ладно. Денег у меня нету, все. Все деньги ушли на эту стражу. Ну, сейчас они у меня будут. Там он сейчас кавинов накажет. Я даже не смотрю, где у меня уже восстания начинаются. Смысл. Плюс 16, отлично. Рост есть, наконец-таки. Радует меня это. Хоть что-то начало радовать. Так, а кстати говоря, проверить же мы собирались, да, вот это. Что она улучшает? Доход от портов, доход от торговли, от торговых пошлин, да, 5%. А ну-ка, сводка денежная, где мы? Вот она, сводка по поселению. Доход по торговле. Ну, допустим, вот с тобой. Хотя нет, лучше взять кого-нибудь постабильней. Ну или давайте вот, 401, пираты Сартоза. Через два хода проверим. Хотя тут должен быть доход же, да, как-то? Я так редко пользуюсь этой вкладкой. Или тут уже ее нету? Исключительно доход, где показывают в разрезе. Только по поселениям, да? Конкретно что, торговля отдельно? Такого нету, что ли, уже? Нема, совсем. Совсем нема. Так, задание. Меч Теклиса. Мне тут вражескую армию нужно еще разбить. Некогда этим заниматься. Так, ну 7 ходов. Ну, блин, ну есть шансы успеть на самом деле захватить Тланксу. Думаю, что справимся с этим заданием. Так, давайте этих скавинов сейчас шатнем. По-быстрому. Маг. Прум-пум-пум, прум-пум-пум. Тебе качаем. В принципе, на самом деле, ты нормальный на коне пока что. Колесница это уже когда будет, ну не знаю, прям
захочется тебе вкачать что-нибудь еще мощного. Пока так побудешь. Так, Скавинов. Опять лорд Скролл пришел к нам в гости. Дядя, тебе самому не надоело люлей получать? Так, ну мне кажется, он сейчас кого-нибудь сольет, блин. Хотя шансы очень такие у него невелики, но он кого-нибудь сольет. Давайте разыграем. Ну что, постреляем. Посмотрим, как скорость стрельбы увеличилась. Урон. Как враги просто не доходят до нас. И, кстати, смотрите, интересная такая позиция у нас. У него арты нету. Отлично, точно. А для обороны здесь у нас было бы... Хотя нет, не было бы. Сложно все это было бы оформить. Блин, неудобно. Прям по центру эта фигня. Здоровая. Прям по центру. Так, ладно, давай, Латернская Стража так. Лучники вот тут. Орел тут. Маг и мой волшебник тут. Смотрим, что он будет делать. Пойдет в атаку. Да, по всей видимости, он решил сам идти в атаку. А ну-ка, принц, пойди разведай обстановку. Всех остальных я предлагаю развернуть. Разворачиваем, разворачиваем. Орел, полети сюда, чтоб, если что, вдруг спалить фишку. Спалишь фишку. Кто там атакует, если что? С какой целью? Ой, вот сюда сейчас Феникса зарядить. Посмотрите, будет как круто, а? Давай. Эх, зажгли на рок-концерте. Сколько ты набила? Ну, давай, похвастайся. Четверых? Ты издеваешься, что ли? Четверых убил при таком вот массированном... Давай, ладно, плевочек, сейчас оформим. Кого-нибудь. Тут, в принципе, тоже толпа. И... Отлично. Молодец. Сколько убил? Нифига себе, 171? Обычно, если один отряд попадается, он убивает тридцатку. Вот такой плевок. Но за счет, по всей видимости, что Феникс просто божественно тут покоцал их, он не убил, но покоцал. Это было круто. Это было круто. Давай Феникс еще сейчас зайдет. Отлично. Молодец. Иди сюда. Ты как, убила? Ну, сейчас чуть побольше, да. Чуть получше. Так, первый момент. Давайте, наверное, лучники, начинайте колесо обстреливать. Сейчас, если что, его остановим. Останови колесо. А я, кстати, плюнуть же еще раз могу сейчас. Все, остановили колесо. Так, по магии, по магии, по магии. Что у нас интересного есть сейчас? Вызывает страх. Чародейский раскол. А ну-ка, я такое не использовал еще. Где у него полководец? Далеко еще, да? Ну ладно. Отжимаем паузу. Взлетай.
колесо развалилось. Прекрасно. Орел, лети сюда. Ты давай подлечи своего полководца верного. Взлетай, 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 братан. А, сейчас накинем, кстати, гадость. Давайте против одного бойца. На лорда Скролка. Сейчас посмотрим. А, кстати, тут же еще тень у меня есть, магия. Чуть-чуть. Но она не особо нужна даже. Давайте посмотрим, как она работает. Ну, души, да. Хотя, на самом деле, на отряд она действует тоже очень хорошо. Вот эти вот души. Душераздирающие. Плевочек. Давай. Давайте, разворачивайтесь. Так, лечение вызывает страх. Кто больше всего покоцал? Ну вот. Давай, птичка, взлетай. Тебе сейчас будет больно. Птичка, птичка, невеличка. Вперед! Вперед! Все бегут. У меня даже полармии стояла, просто ничего не делала. Восстанавливает здоровье бойца. Восстанавливай. Лорда Скролка сейчас накажем. Никто не уйдет. Всех накажем. В общем, вот как-то так. На самом деле, можно было бы компактней разместить. Да. Мы тогда бы вообще просто они бы не доходили. А то у меня некоторые он вообще практически не стреляли. Все, решительная победа. Никто не сомневался. Лорд Скролк снова отхватил люлей. Его машина, шайтан, колесо вообще не долетело до нас на подходе. Вот это вот сила эльфов. Они берегут свои жизни, и враги даже не доходят до них. Магия. Блин, ну, 215, 180 или 175, да, сколько он там набил за один плевок в толпу. Но они покоцанные были по здоровью, поэтому очень хорошо зашли. Так, пусть они там несут потери. Мы никуда не торопимся. Ага, вот здесь. Давай вот так вот. Я хочу устье на следующем ходу уже забрать. Мне оно нужно. Это устье. Так. Тебе. В принципе, это одна провинция, да? Если что, я здесь смогу сейчас нанять. Поэтому давайте я зайду вот сюда. Найму еще троих пацанов. И потом начнем шатать скавинов. Дерзких, которые посмели мне бросить вызов. На следующем ходу у меня доходец упадет очень сильно. Будет прям аж... прям ужасать. Ну ничего. Так, доступно исследование. Стоимость найма, содержание. Ну, давайте. Все, конец хода. Восстание неизбежно. Да я в курсе, что тут сплошные восстания. Тут вообще от него не избавишься. Восстание за восстанием. Надо захватывать столицу, но сейчас я захвачу ее. Вот тут разберусь с Квиком. Наглым. И все будет тип-топ очень хорошо. Так, давай, давай. Что ты там? Все выжигаешь? Захватываешь? Блин, он бог. Бог просто у меня, братец.
брат Теклиса – бог. Ну, а тут, конечно, Маратис – брат, точнее, братцем. У нее-то это сыночек. Сынком тут очень хорошо. Тоже отжигают. Джигу-дрыгу. И их-то этот хаос не трогает особо. Зато если ты начинаешь играть за Маликида. Ух ты, призыв к оружию. Кто? Атакующие. Защитники Латерн. А, кстати, горняки твои союзники, да, братан? Их союзники. Ну, конечно, я вступлю на твоей стороне. Ты ж мой брат. Как я могу не вступить на твоей стороне в войну? А вот тут городишко кому-то культу удовольствия принадлежит. Оба-на. Каким макаром они там у тебя отжали это поселение? А, нет, это не культ удовольствия, это Сартоза. Что ты хочешь? Ты сначала мне объявляешь войну. А, обсудить выплаты. У меня вот такое предложение. Ну, не хочешь, как хочешь, мне вообще без разницы. Я не знаю, почему тебя брат до сих пор не уничтожил. Брат должен был тебя уже давным-давно втоптать тут в грязь. И станцевать на твоих костях. Так. Блин, и гномы сюда пошли. Вот уродцы маленькие. Надо было, наверное, идти сюда сразу. Не бить, добивать Квика, а идти туда. Захватить этот город. Так, ну тут ты не сольешь никого. Оккупировать. Прекрасно. Не нужно здесь это поселение, вообще не нужно. Забудь про него. Так, что тебе можно прокачать такого еще? Тут бессмертие. Конечно, бессмертие, братан. Ты мало ли что вдруг, но ты прокачанный. Ты просто уже бог. А всякое может в битве случиться. Так, рост и строительство, конечно же, здесь уменьшаем. Здесь моя армия уже готова. А смотрите, а Квик тут остался. Хе-хе. Сидит мерзавец. Но у него уже нет, у него никакой силы нету. Кроме магов у него ничего не осталось. Давайте сейчас окружим его. Он тут нанимает всякую шушеру. Перемирие он мне предлагал. Эти должны будут сейчас напасть. Так, на следующем ходу надо будет проверить. Давайте чекаем торговлю. Вот с Артозой. 403. Чуть увеличилось. Так, здесь Теклис. Хайло мастер. Хайло мастер. Давай, ты не должен никого слить. Тут чисто так. Для денег. Никаких серьезных отношений. Просто забираешь деньги и уходишь. Тут он даже не посмеет напасть на самом деле. Стены успеют построиться. Поэтому начинаем на ускоренном марше. Идти вот сюда. Прям летим туда. На всех крыльях ночи. Так, здесь вот куда пойти. К Ветсу. Ну, к Ветсу, Ицу восстановить, да, пока гномы тут не восстановили ее. Ну, можно к Ветсу захватить, Ицу восстановить. Тут золото, нормально все будет. В этот раз я его не солью. Здесь осколки строим. Здесь все в ажуре, все в мажуре, все ж прекрасно, все как есть. Ничего не скрываем. И нападаем на наших добрых скавинов. Я боюсь, что он сольет кого-нибудь, если сейчас отдадим автобою. А мы сейчас постреляем. Просто вот отыграемся. Покажем этому наглому крысенышу. Вот зря же он уплыл со своего континента. Ну сидел бы он там бы, да? Хотя, с другой стороны, если бы он бы сюда сейчас не напал бы, я бы тут бы не собрал бы такую армию. Хотя, может, и собрал бы. А может, жалел бы денег.
считал бы, что ну не стоит сейчас рисковать. Так, давай. Арта, сюда. Вас выстраиваем не особо таким широким строем. На всякий случай вот этих чуть разворачиваем. Фланги прикрыть. Лучники вот здесь. Кавалерия просто по центру. Полководец просто вот здесь. Все отлично. Тебе маг нужен. Вот единственное, да, тебе надо нанять сейчас мага в столице. Я его пригоню. Как раз одно место свободно. Я тебе его пригоню. Ну что, у меня артиллерия. Ты, по идее, должен идти в атаку. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сейчас арта начнет стрелять, и мы лично постреляем. Оп. Кстати, он чуть покоцал, да, мне тут здоровьется. А чё такое? Выше нельзя, да, тут? Они предупреждают, что мы с холма стреляем. Выше нельзя. Так, одна стрелка долетела. Причем искусственный интеллект достреливал. Нет, сильно. Еще ниже, где-то вот так. Шикарно, шикарно стреляем. Ой, как хорошо в толпу попала. Все, пошли работать лучники. Там кто-то ревет. Не плачьте. Кто ревет, тот не плачь. Чуть ниже. Какая красота. Стрелы летят над нами. Мы тут скавинов обстреливаем. Так, отставить. Сейчас нужно посмотреть, кто откуда идет. Кто откуда и зачем. Скавинские рабы. Рабов-то можно обстреливать. Вот чумные монахи с кадилами, например. Вот их уничтожить. Штурма крысы с алебардой. Давайте центральные по ним. Хотя давайте вот этот начнет. Чумных с кадилами обстреливать. Так, здесь что? Инженер, клана крысы. Тут все слабое. Хотя вот тут, да? Начните отрабатывать вы по вот этим. Они как раз сейчас ударят по вам. Так, кавалерия, давай иди сюда. Ты иди сюда, потому что здесь сейчас будет лорд. А вот тут меня очень сильно покоцала магия. Так, артиллерия. Уходишь. Уходишь. Вперед. 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 Так, ну это кланы крысы, они распадутся сейчас. Их можно не бояться. Вперед. Пацанов с прощой. Тут он предпочитает вызвать. Молодец. Хитрый парень. Умный. Сообразительный. Что тут такое? Что тут произошло? Трубы. Трубы поразвонили по вам. Так, все, один отряд кавалерии идет сюда. Догоняйте. Убивайте. Так, ты вражеского лорда наказываешь. А где Квик? Почему ты не сражаешься против Квика? Я не понял. Твоя задача была Квик.
Вот и вся задача. Уничтожить этого мерзавца. Все, уходим. Бьем сюда. Все, уходим. Разбираемся с ними красиво. Чумные монахи тут ни о чем. Хотя центр, вот смотрите, у меня чуть-чуть так-то пострадал, да? Ну там больше от магии скорее. Я бы сказал бы скорее это от магии. Блин, а я сейчас могу слить вот этот отряд. Так-то на искусственный интеллект, да? Жалуюсь. А сам вот чуть по чуть сливаю отрядик. И мой полководец что-то квика отпускает. Не хочет его убивать. Не хочет он его убивать, и все. Кавалерия отступить. Кавалерия, иди сюда. Все. Скавины задрожали. Да, его вот эта молния очень хорошо заходит, на самом деле. Заходим, разворачиваем. Так, ты, главное, просто выживи. Твоя задача выжить. Обстрелять вот этих. Все, добиваем. Добивать можно не обязательно, на самом деле, всех. Они все равно исчезнут. Это штурм поселения. Кавалерия, отступай. Кавалерия, попреследуй тут чуть. Блин, да что ж такое? Ну убей его. Ты уйди. Убей этого вражеского лорда. Что тебе непонятно было сказано? При этом ты скорее сам сливаешься. Давай убей тогда этого мерзавца. Потом поймаешь другого. Да уж. Квика не можешь побить. Давайте. Ты еще сейчас проиграй меня. Подлец. На тебе Квик сосредоточился, по всей видимости. Ты получаешь очень больно по башке. Вперед. Все, победа. Квик уничтожен. Тебе бонус должны дать за победу над Квиком. Так, не сливать. Главное сейчас не слить отряды. Остальное ерунда. Ну, мне кажется, искусственный интеллект бы точно тут слил бы. На автобое. Кавалерия молодец. Артиллерия тоже, хотя казалось, что артиллерия настреляла больше. Так, никого не слил, отлично. 4000 денег так дали. Предложаю... Так. Просто оккупировать. Отлично. Преимущество против пехоты. Это его личное, наверное. Исключительно личное. На армию никак не распространяется. Все, захватил я провинцию. Стоимость, рост. В принципе, он здесь не особо нужен, рост уже. Можно в доход. Уходим в доход. Что ты тут? Готов дальше прокачиваться? Прям вовсю, да, готов? Опыт отрядов один для новобранцев. Пум-пум-пум, но у тебя вербовка больше не нужна. Содержание. Хотя содержание тут по-любому понадобится. Давай. У тебя армия дорого стоит. 6 тысяч. Тебе тоже, кстати, надо будет прокачать, братан. Теклица дешевле. И
Вот по лорду, кстати говоря, по магу. Противник погиб, ты только сейчас вспомнил про это. А лорда... Мага. Выщ мага. Я ж могу здесь мага, да, нанять? Могу здесь призвать героя. Вот сюда. Призвать мага, высшая магия, и потратить 40. Что он? Предусмотрительность, налоговая ставка, доход от всех построек плюс 30. Вся фракция плюс 3%. Это же полезная штука. Но это ерунда. Любовь. Ну давайте, вот этот хороший парень. Мне нравится он. Предпринимательный парень. Берем тебе мага. Присоединяем. Это не можешь, да, сейчас присоединиться? Мага. Мага, давай, присоединяйся. Не хочешь? Он же рядом стоит. Ну ладно. Так, 8 ходов. Мы тебе можем сейчас вкачать нормально все. Так, давай. Это качаем. Это качаем. Давай вот это тоже. Скакун тоже тебе понадобится на самом деле. Давай угасание души. Потом уже в другое дело пойдем. Все. Вся фракция плюс 3%. Шикарный парень. Всего лишь один маг. Целых 3% для всей фракции доход увеличивает. Правда, у меня влияния практически не остается. Это тоже плохо. Все, конец хода, неизбежно восстание. Учитывая, что тут меня еще скавины грабят, я так-то сейчас не в сильном минусе. Блин, придется Теклису, наверное, похоже, чуть сделать крюк. Не успеет он, наверное, выполнить задание. Так, пираты с Артоза, не трогайте моего брата, пожалуйста. Вон, грабьте гробницы. Царей гробниц, где сейчас нежить? Там же золота полно, елки-палки, чего вы лезете на Ултуан? Тем более они не лезут, так сказать, и не участвуют в гонке вихря. Можете там воевать с ними внутри сколько хотите. Я могу на самом деле сейчас устроить интрижки, да, но у меня не хватает влияния. Дорого обходятся вот хорошие маги, хорошие лорды. Они дорого стоят. Перемирие хочешь? Ага, 500 золотых платишь, да? За перемирие. Нифига себе ты не уважаешь меня. Это наоборот обижает, ты понимаешь? Злит и обижает же. Брум-бум-бум. Злит и обижает. Поселение в осаде. Ну, кстати... наравне говорят, да, но лучше не рисковать. Пусть идет сам на штурм. Пусть идет сам на штурм. Тут рост, блин, медленный такой, крайне медленный. Надо же кого-нибудь найти, наверное, герой какой-нибудь, да? По-хорошему нанять. Вот этот герой, он окупает вообще свое содержание полностью. Борьба со скверной. А кто увеличивает рост? Вот мне интересно. Эльфийские посольства. А, кстати, да, у меня же доход должен увеличиться было. Эльфийские посольства. Ну, чуть вроде увеличилось. Не знаю, за счет чего. Но увеличилось. Так, Сток-сток, топ-топ. Блин, тут опять они собирают какую-то нездоровую армию. Посмотрите, тут сколько скавинов приперлось уже. Ну уже начинайте штурм, я не знаю. Ну что вы стоите, смотрите, как баран на новые ворота. Я из-за вас на ускоренном марше, наверное. Хотя он не пройдет. Он тут не пройдет однозначно. Поэтому можно чуть-чуть
рискнуть вот так вот пройтись. Так, это можно позволить. Ничего страшного. Так, а что у тебя там было полезного, когда я тебя нанимал? А, маг. А у тебя как раз вот это вот то, что предлагали. Не, это не то. Давай тебе что-нибудь дадим. Сопротивление огню. Усиление натиска, не знаю. Зачем оно тебе? Спас-бросок, но пригодится. Зачарованный предмет лечения, в принципе. Вот, огненный шар. Чей огненный шар сможешь кидать? Книга «Сила ветров магии». Бери. Бери, пока дают. А шанс успеха засады. Ну, так вот, давайте. Все, что можно, мы раздали. Ток-ток, тук-тук. Так, ну, эти, кстати, могут начать сразу штурм, но они обычно не идут. Поэтому подождем, посмотрим. Чародейский раскол пока качаем. Да, конечно же, он уже здесь начинает штурм. А, здесь идти на вот этого. Ну давай, ладно, иди. Надо спасти поселение от ужасной участи скавенов. От ужасной-ужасной участи скавенов. Так. Ну, вроде все. Конец хода. И усё. Избыток. Это как раз, по всей видимости, новая поселенница. Хексуатль пока держится. Держись, братан, я в тебя верю. Хотя он тут конкурент на самом деле мой, да? Мирный договор. Я уже 6-й по силе, уже более солидный. Гляньте, я отступил. Боится ж моего полководца. Мирный договор... Не, я как раз иду по твою душу. Мне твои территории как раз нужны. У меня задание, у меня заказ на них, понимаешь? Ничего лишнего. Я выполняю заказ. Исключительно просто заказ. Тебя заказали. Сегодня к обеду. Машину подали. И я уже еду. Так, бульвар завершен. И все равно мне не хватает здесь навести порядка. Смотрите. Скверна минус 10. Оказывает скверное влияние. Так, ну давай. Я надеюсь, ты... А, кстати, я ж мага не присоединил. Как-то. Как-то непорядок. Не слей только никого. Молодец. Слил кавалерию. Эта кавалерия служила тебе верой и правдой очень долго. И ты один фиг ее слил. Как так можно жить? Эх, Рок Ишим. Проход. Тин-тирин-тин-тин. Давайте вот так вот. Ну и давай рок тебе дадим. Так и быть. Бери рок. Так, иди сюда. Сейчас будем возвращать цитадель сумерек под наши знамена. Здесь предлагаю не стремительный удар, даже не целительство. Вообще, а что там еще? А, не боевые потери. Не, целительство вообще не берем. Содержание уменьшаем. Уменьшаем содержание. Дорого мне обходится твоя армия. А по найму, кстати, здесь же
кавалерия есть, да, если что, я кавалерию могу нанять. Все, ускакал он, по всей видимости. Ну и хорошо. Так, давай, ты нападай. Святой Луи, блин. Мерзавцы. Ицу нужно возвращать. Так, все. Раз Скавина отступили, этих я не замечаю. Идем выполнять заказ. Идем выполнять просто заказ. Просто и со вкусом. Можно пойти вот здесь, конечно, будет потом Скавинов выжечь. Ну, блин, тут очень долго будет все это потом восстанавливаться. На самом деле нужно будет потом заниматься всем этим делом. Очень-очень потом. Так, строим, улучшаем. Восстание неизбежно. Пусть восстанут. Тут тоже восстание неизбежно. Но тут оно неизбежно, но у меня очень хороший гарнизон здесь. Пусть эти вон ящерки побунтуют чуть-чуть. Повозникают везде восстания. Просто аж уши заворачиваются, да? Еще где-то... А, ну река. Там у меня армия рядом. Ой-ой, тут... А, это уже Малики, даже не культ удовольствий. Сюда добрался. Ой, отлично. Добей их. Восстановись силы. Восстанавливай силы. Колонии Нового Света уже все. Интересно, это Скавины или разрушили? Вряд ли Скавины. Скавины тут проблемы разгребают. В сердце Люстрии. Все, завершил. Хексуатль. Куда ты? Блин, то убегал, то рядышком стал. Я вообще тебе в шоке. Просто... Ой, тут отлично. Тут гарнизон добивает сам. Берем восполнение. Но тут гарнизон хорошо справляется, кстати говоря. Тут такие восстания слабые. Меня это устраивает. Конфедерация. Клан Морс сдался. Пестиленс его поглотил. Фракция унир... Ой, горняков там съели. Нежить. Ай, золотой зиккурат. Но тут ничего страшного. Отрицательный рост в столице. Там мне развивать пока что нечего. Так, братан. Что здесь можно построить? Развить поселение. Развиваю. Здесь шатни их. Куда эти скавины скачут? Ой, вот тут нужно развить. У меня тут стен нету. Вот тут знаки древних могут разрушить сейчас. Герой с колотилкой. Что-то надо было разрушить, наверное. Все-таки... вот он орел и слился. Я же говорю, он первый кандидат на слив, да? И вот оно. Произошло. Раньше, чем мы думали. Так, распорядитель, давайте содержание армии те тоже уменьшаем. За счет этого я смогу сэкономить очень много денег. А распорядитель на самом деле здесь рулит. Ух ты, скавины, смотрите. Один отрядик тут. Кавалерия. Ну, давай эту кавалерию тебе и наймем. Как было, так и оставим. Здесь строим стены. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот. На этом все. На этом все кончается, да? Ну и, наверное, закончим сегодня серию. Ну вот как-то так. Вроде бы чуть даже догоняем... темных эльфов.
Главное сейчас провести, наверное, еще третий ритуал хотя бы. Ладно, на сегодня все. До следующей серии, до следующей битвы, до следующих сражений. Пока-пока.